Унесете нам лето теплое, лето жаркое. Унесете от нас зиму холодную, а нам зимушка зима надоскочила, руки, ноги зима отморозила. Ой, жаворонки же вороночки, прилетите к нам, принесете нам лето теплое, лето жаркое. Унесете от нас зиму холодную, и с сахой, и с вороной, и с кобылой вороной. Thank you.
Мы очень рады, что вы пришли. С каждым разом вас все меньше и меньше. Это не может не радовать, потому что, видимо, нас посещают исключительно музыканты, которые в это время... Сочувствующие. Тогда будем надеяться, что с каждым разом все больше и больше будет вас. Но мы продолжаем нашу неторопливую программу. Вещей у нас достаточно. Да, вот Сергей говорит, у нас лечебная. Действительно, лечебная программа. Вот у нас есть диплом о том, что наша программа приносит пользу. Вот, ее пытались транслировать по телевидению, не дали. Вот, если вам понравилась первая половина нашего концерта, ну или первые четыре вещи, которые мы исполнили, вы можете купить диск под номером один нашего био-трио. Вот. На каждый, вот у нас, знаете, квартал. Вот квартал диск. Так что у нас достаточно дисков для каждого из вас. Покупайте себе, покупайте друзьям. Скоро 8 марта, 23 февраля позади. Кстати, 23 февраля родился великий композитор. Вот. И какой? Да. Нет, родился великий композитор Георг Фридрих Гендель. Вот. Но, к сожалению, вот как-то время идет, и такие люди забываются. Это немец, что? Нет, конечно, они всегда в нашем сердце. Вот. Но вот это немец, который всю жизнь прожил в Англии, и англичане его считают своим, а немцы считают своим. Вот. У нас тоже есть такие примеры, и будем надеяться, что и био-трио в Австралии тоже считают своим коллективом. Вот. Сколько мы об этом еще не знаем. Продолжим, опять же таки, нашу лечебную неторопливую программу. Thank you.
Thank you.
две дочери. Одна дочь была родная, любимая, то она работой не нагружала. А другая была падчерица, работящая и красивая. Да вот только вся грязная и тяжелая работа ей доставалась. Отсылала ее каждый день мачеха, колодцу прясть. И вот она с утра до вечера должна была прясть. Вот прила, так что у нее руки в кровь она сбивала себе. Ну вот как-то у нее все веретено в крови было и смазано, выскользнуло из рук и в колодец упало. Заплакала она, побежала к своей мачехе, рассказала, а та ей говорит, как уронила, так и доставай. Ну, она не знала, что ей делать, но прыгнула за веретено в колодец и сознание потеряла. А просыпается она на поляне. Поляна красивая, травка, солнце цветет. Цветочки цветут, солнце светит. Она оглянулась, пошла, видит печку. А в печи хлеб идет. Вынь нас, вынь. А то мы уже совсем готовы, скоро подгорим. Но она хлеба тепла немало. Пошла дальше. Прошла, видит яблонька, а яблонька вся усыпана. И просит, что вот ты меня обтряси, а то уже все яблоки созрели. Ну, она всю эту яблоню обтрясла, яблоки собрала, в кучу сложила и дальше пошла. Ну, идет дальше, видит дом. А в доме старуха сидит, страшная, зубы большие, она испугалась, хотела от нее сбежать. А та ей кричит, ну, чего ты испугалась, не бойся, приходи ко мне работать будешь. А что надо делать? Ну вот, убирать, чистить все. А главное, перину мою взбивать хорошо, чтобы перья во все стороны летели. А то, когда перья летят, так по земле снег идет. Ну, будешь хорошо мне служить, я тебя и отблагодарю. Ну, нанялась она. Стала убирать, чистить, мыть, готовить. И все хорошо. Там ее и любили, и хорошо к ней относились. Но стала она скучать по дому. Хоть там и мать не родная, хоть ее там и не любили, а все как-никак дома. И стала она грустить. Вот хозяйка ее спрашивает, что ты такая грустная. Она говорит, а вот по дому я соскучилась. Говорит, ну давай, ты мне хорошо отслужила, так я тебя и отпущу. Подвела она ее к воротам. А тут на нее золото вылилось. Такое, что она вся золотая стала. Волосы золотые, платье золотое. Красивее. Ну, иди, говорит, с Богом. И очутилась она около колодца, и веретено свое нашла. Ну, бежит домой радостная. Ну, а как мачеха с сестрой-то увидали, что она вся в золоте. Но золота много, они ее ласково приняли. И стали расспрашивать, что да как. Ну, она рассказала. Мачехе-то захотела, чтобы ее дочка такой устала. Послала она ее к колодцу. Говорит, вот там растет розовый куст, ты себе палец уколи, чтобы кровь была на веретене. Веретено бросай, да и прыгай. Ну, так та и поступила. Прыгнула. И как? И первая дочка-то оказалась на поляне. Ну, идет она в печи хлеба ее просит. Вынь нас, а то мы скоро подгорим. Вот еще, говорит, обожгусь. Пошла дальше. Видит, яблонька растет, вся усыпанная яблоками, и та просит, обтряси меня, а то яблоки мои все поспели. Говорит, вот буду я еще трясти, а то мне яблоко на голову упадет, мне стало трясти. Пошла дальше, видит тот же дом. Ну, тоже она знала, что старуха ее будет нанимать, она ее совсем не испугалась. Нанялась на работу, но помня, что за хорошую работу ей полагается плата, первый день она еще старалась. Кое-как убирала, кое-как чистила, а с каждым днем все ленивее становилось. Ну, так она и надоела хозяйке. Та и говорит, ну все, пора тебе домой отправляться. А та и рада, думает, ну вот сейчас я награду получу. А как вышла за ворота, на нее деготь вылился. И вся она черная стала. Оказалась она у колодца своего вся в дегте. Прибежала домой. Да, что делать? Тут деготь и не отмылся до конца жизни. Thank you.
фазу. Вот этот замечательный инструмент, вот, который в руках у Таисии. Кстати, замечательный голос, замечательный игрок на харди-гарди, на колесной лире. Таисия Красноперцева. Лидер движения «Этносферы» и гениальный пианист Сергей Филатов. Духовые Сергей Клиенский. Все вместе, биотрио. Спасибо большое.
также неторопливую веселую песню. Сват.